Доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня и НСФЛ, и не совсем общероссийский дивизион среди мужских команд. Комплексное всероссийское соревнование. Даже то, чего не может быть. Удар поворотом. Вот первый удар поворотом. Разворачивается атака ДГТУ. Ох, как! Смотрите, как обыгрывает. Прекрасная подача! Ох, как тонко! Удар поворотом. И добивание. Кияшка 1-0. Ну а где защитники-то? Хорошую контратаку провели. И выручил снова Нажиров. Все же, конечно, в нем разбираются. Вот здесь тонко. И где мяч? Мяч летит, летит, катится в ворота, но все-таки прокатывается мимо. Владикавказского ордена. Так, вот здесь вот изящный розыгрыш. И это заканчивается вторым голом. Вот это было красиво. Кошлака, по-моему, поздравляют, да? 16-й номер завершил. Вот это было изящно. Розыгрыш углового очень красивый. Вроде достаточно простенько. Пономарев. Удар поворотом. Нет, сильный удар не получился. Подача в штрафную. И все-таки мяч залетает в ворота, но тут уже просто с линии. А вот интересно, Кошлак сейчас специально делал прострел? Или все-таки у него не получилось пробить в одно касание в ворота? 3-0 у нас счет. Очень мне интересно, что же предпримет ДГТУ во втором тайме. Как-то будет играть активно или нет? Ох, как несется Пономарев. И вот вышедший на замену. Так, какая карточка у нас? Красная? Вот вам и выход на замену. Это Магомед Карибов, третий номер. Пытаются действовать, и если бы не Нажиров. Илья Агафонов. Сейчас подает. Угловой, и удар поворотом, и 4-0. Вот это было красиво. Агафонов и, да, и Афанасенков, да, Илью Афанасенкову, по-моему, поздравляю. Так, еще один выход, 1-1, 5-0. Ну, совсем перестали. Так, дубль Сутулова, да? Второй мяч Сергей Сутулов забивает. А, 18-го номера все поздравляют. Нет, значит, это все-таки Артем Спивак первый. Нет, это не свисток арбитра. Пас на другой угол. Вратарский удар по воротам. Ох, какая красота. Ну вот видите, все влетает в ворота. Кто там у нас опять был? Снова Спивак. Так, у нас что, 7-й мяч, пока мы смотрели за повтором. Так, что, Пономарев или кто? Кого поздравляют? Опять Спивак?
Ну все, конечно, не надо уже, все и так понятно, не надо ничего добавлять. Вот, 7-0 побеждает Севгу в матче